В четверг в конце рабочего дня орловские дорожные инспекторы заставляли отдельных автолюбителей выйти из сумрака. В городе проходил рейд по тонировке. Мероприятие уже стало традиционным. Облаву на тех, кому комфортнее в тени, устраивали 6 экипажей по всему городу. Данные водители, как правило, чаще допускают дорожно-транспортные происшествия, такие как столкновение при повороте направо либо налево или наезд на пешехода. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена административным кодексом Российской Федерации. Штраф составляет 500 рублей. И в это же самое время, если водитель не растонируется по требованию сотрудников ГИБДД и не устраняет правонарушение на месте, ему выписывают требования о прекращении противоправных действий. В дальнейшем, если водитель останавливаются таким требованием инспектора ГИБДД и у него устранил данное требование, то ему уже грозит штраф, либо штраф 500 рублей, либо административный арест до срока до 15 суток. Всего за пару часов в поле зрения инспекторов попали 87 затонированных вопреки требованиям ПДД автомобилей. На каждого водителя был составлен протокол. Желающих сдирать пленку с передних стекол в присутствии инспекторов не нашлось.